Следующий. Доктор! Доктор, спасите меня, доктор! Что случилось? Спасите мне хана! Что такое, что случилось? Доктор, моей жизни угрожает опасность! Боже мой, что, полицию вызвать? Нет, не надо, они уже здесь! Как? Как? ГИБДДшники остановили на дороге. А, так вы штрафа боитесь. Доктор, не за себя, прошу и Бога, не за себя. Пожалейте женщину, жену мою, Любочку. Голубку кроткую, цветочка маленького, ангелочка недоразвитого. Доктор, если мне выпишут штраф, то это горилла целлюлита, этот жирел в бегунях меня убьет. И останется вдовой, доктор. Все. Подождите, успокойтесь. Что я должен сделать? Доктор, да тьфу! Выдать мне справку, что я совершенно трезв. Ничего, да как вам не стыдно вообще? Ничего себе, трезвый. Посмотрите на себя. Я вообще не представляю, как вы в таком состоянии сели за руль. Здравствуйте, доктор. Так я же пристегнулся. Хорошо. Давайте я возьму у вас кровь. Всю? Прощай, Любочка! Прощай, песня моя недопетая! Борозда недопаханная! Кукушка недокукухана! Завещаю тебя соседу! Пусть теперь, сволочь, он с тобой помучается! А ну-ка перестаньте нести чушь! Сядьте! Вы натощак? Да! Что да? Степан Петрович натощак! Хорошо! Вы натощак, натощак? Доктор, вы извините, но я с одного раза еще понимаю. Так, это ваша наследственная фамилия? Приобретенная. У брата. Любочка, табуреточка моя нежная, довела, доктор. Хорошо, давайте палец. А? Палец, давайте, палец. Доктор, да зачем вам палец? Доктор, вставайте. Впивайтесь прямо в горло! Прощай, Любочка! Прощай, моя птичка, что закрыла! Поздравляю, у тебя появился конкурент! Да что вы тут куражитесь? Как вам не стыдно? Заслужили штраф, платите! Да вообще, представляете, что пьяный за рулем – это убийца? Нифига себе! Я ж не знал, что... Доктор... Нифига себе, как я рисковал, доктор! Так это выходит, что не я бабу сбил, а она на меня напала! Правильно? Подождите, вы что, сбили женщину? Да. Боже, она хоть живая! Доктор, судя по тому, как она меня метелила, она еще очень здорова! Что вы здесь жертву себя корчите? Какой вы вообще пример подаете своим детям? Как вам не стыдно? Вы подумайте, только папа пьяный за рулем. Ай-яй-яй. Какая у вас группа? Подростковая. Крови. Какая у вас группа крови? Паспорт у вас с собой? Да! Читайте, что там написано. О, любовь полна на тостычак. Вы что, с паспортом жены ходите, что ли? Да. Ну-ка дайте сюда. Боже мой, такая рожа натощак? Интересно, какая она когда сытая? О, доктор, так даже я боялся, что она меня дождется из армии. Я помню страшное мгновение. Подожди, стоп. А вот моя фотография. Мне тут полтора годика. Сисечка, ну и зачем вы ее принесли? Вы что, считаете, что вы с тех пор совершенно не изменились? Ни капельки, точно как тогда. Погуляю, высосу бутылочку и спать. Эй, что, с ума сошли, что ли? Ну-ка, очнитесь немедленно. Да. О, Любашка. Любашка. А чего ты в белом? Твоя Любашка, я доктор. А? Патологоанатом. Идиот. Что вы говорите? А чего же вы не лечитесь? Вы же доктор. Значит так, или я сейчас зову полицию, или вы сдаете мне свою кровь на спирт. Поменять? Вау, я согласен. Обнаружить. Я должен проверить вашу кровь на содержание в ней спирта. Доктор, нету спирта у меня в крови. Любашка всю выпила. До дна. Вы что, вместе со своей женой пьете, что ли? А зачем? Любашка моей крови напьется и в дробезал. А я трезвый. Вот что значит. От всех болезней нет бабы полезной, доктор.
Да подожди, подождите, да подождите, да при чем здесь это? Я вас о вашем состоянии спрашиваю. Доктор, да если бы у меня было состояние, неужели я бы вас просил эту вашу вонючую справку? Но хватило же денег на машину? Да. Кстати, какой марки? Мопед марки Иссык-Куль. Купили в кредит, мир посмотри. На мопеде? Да. А что, Любашка сидит, а я рядом бегу, Любашка сидит рядом, и я шишу. Подождите. Что? Я прошу вас, ну выдайте справку инвалиду семейного движения. Значит, нет. Пока не сдадите анализ, справку я вам не дам. Да, доктор, ну вы меня без ножа режете, я уже здесь. Да вы вообще представляете, насколько алкоголь вреден? Вы представляете, какая это нагрузка для организма? Ага, так по-вашему выходит... Пусть моя печень в холостую молотит, да? Вот я лично никогда не пью, потому что понимаю, как это плохо. А если бы вы пили, вы бы понимали, как это хорошо. Значит, справку я вам не дам. Да я из тебя сейчас все анализы оптом выбью. Пиши справку, кровосос! Послушайте, сами вы тормоз педальный. Да я сейчас как вампир вопьюсь в тебя и выпью всю твою поганую кровь из пальца на ноге и даже через ботинок. Ты понял меня? Идите, спасайтесь! Следующий. Доктор! Доктор, спаси меня, доктор! Что случилось? Спасите мне хана! Что такое, что случилось? Доктор, моей жизни угрожает опасность! Боже мой, что, полицию вызвать? Не надо, они уже здесь. Как? Как? ГИБДДшники остановили на дороге. А, так вы штрафа боитесь. Доктор, не за себя, прошу и Богу, не за себя. Пожалейте женщину, жену мою, Любочку.